можно мячом чуть-чуть подвигать. Леонид, КС-14 тоже. Это ВКЛ, западный ВКЛ конкретно, Польша. То есть, ну, плюс-минус, как бы, то, что было в Германии немножко раньше, скажем так. То есть, оно постепенно как бы переходило к нам, то есть, через поляков тех же, да. И польские рыцари не сильно, например, отличались на том же Грюнвальде, как бы, от непосредственно. Вот этот доспех соответствует восточному ВКЛ или как бы, ну, территориям, граничащим с Московским княжеством, примерно 15 века. То есть, ну, опять же, время, ну, может быть, чуть более позднее, чем вот эти вот западные типы доспехов, так как, собственно, форма шлема и так далее. Вот, это доспех, ну, достаточно богатого, скажем так, восточного шляхтича. То есть, либо ну, с территории, например, Могилёва доспех. Состоит он из шлема бацинета, бригантина, бригантных ног, таких вот латных штук, например. Я его делал на 1370 год. По источникам, ну это такая сборная солянка, можно сказать. Например, такие бригантины прослеживаются с 1370 по 1400 года. Начинались там в Италии, в Германии еще есть они. Руки были сделаны, например, по одному надгробию 1400 года. Вот, в принципе, на последней битве нации этот доспех неплохо себя показал. Мне было удобно. Опа, так, легонечко так, да?